Вот начинает сегодня 4 января 19 года. Решили детям сделать катушку. Вот где загорожены палочки, там осторожно, яблони посажены, Валера. Да, вот две. Теперь, да, ты тут, Вань, потихонечку вверх, а мы вот так вот ставим. Вот пришли там вот место. В черном Ваня, Володя, там Игорь Габунов, а здесь Валерий Сергеевич Сокольский. Вот установить им надо с двух сторон щиты. Щиты. И чтобы между ними тогда будут толочь снег. Детям сделать катушку. Вот они сейчас, дети, учатся монтировать здесь перевозку. Его надо вырвать и положить вот так плашмя. Не так его контануть. Потом придется сухих таких. Да, а вот так вот его сюда вырвать. Под низ вырывайте его и так вот плашмя. Это я делал на большие машины, возили тут картошку, все, чтобы борта повысить повыше. Вот сейчас я тут на морозе, руки мерзнут. Оторвали щит. Два щита надо им. Ну, надо три поднимать тогда. Один край, но второй. Ну, щиты сгодились, а нам... А разница нам есть какой-то? Игорь приехал на своей машине. Температура небольшая сегодня, где-то 20 с чем-то градусов мороза. Какая-то температура. Там на севере вон как бывает холодно. Ближе, да? Не-не-не-не, сюда ближе, да. Забор. Ну потом поправим. Все. О. Немножко поправляем его. Ну теперь надо им вести его. Вот я так буду репортажи давать. Там буду приподнимать. Все. И увозим его так вдоль. Командир главный тут. Игорь Габунов. Понесли, говорит, мыши кота хоронить. Равняем с этой. Хорошо, когда командир есть. А без командира ничего нету. Нет, а ты что? Главный командир. Вот вы это, вот мы с тобой, дядя Вова. На какой лет? Ты сам, Володя, сам же делаешь, ты туда же двигаешь. Вот так вот у нас будет идти-то, вот. Снег нынче, много снегу, так что хватит им. Надо край подтяну туда. Еще там видим, конечно. Потом будут потолкут, угладят, ступени сделают. Ну, она довольно высокая уже, выше есть, там Сигарева головы. Там выше поднимать будут. Помогай на себя тащить. Все, все, все. Все, теперь давайте поднимем. Немножко. Вот так. Немножко в твою сторону сюда занесите. На сантиметров 40. Вот, стоп. Вот так вот будет. Вот так. Я тут не лезу. Из меня обойдутся. Две стойки ставим сюда и сюда. Лезьте тут, когда командиры хорошие. Вроде тут бегает, нос еще подпереть. Доски. О, молодежь, это дроботы, ребятишки. Так, Володя, вот эту оставь, вот эту, которую несет. Подожди-ка маленько, вот эту одну. Да, да, вот эту прямую. Вторую вот оставь здесь. Тебе. Зачем? А? Она хорошая, твердая. Хорошая, твердая, не надо ее. Не, себе не, надо не. Наверх, на койку. Так, Игнатий Игнатьевич, вы или снимаете, или командуете одно из двух. Дайте нам поработать. Минус 33 градуса. Чего вы начинаете за каждую доску добиться? Они все подгнили у вас. Вот один момент могу отвечать что-то, а другой не отвечать. Какой выше? За каждую доску отвечаешь.
Вариант хороший, когда промолчишь. Я доску эту на кровать, Володя. Боюсь, что она упадет. Хотел, чтобы не использовали ее. Вот так нормально. Я рассуждаю, что мне тебе отвечать, не отвечать. Какой вариант лучше? Лучше не отвечать. Лучше не отвечайте, потому что я вам еще раз напомню, сколько вы тут перепилили вот таких хороших досок. А где перепилили? Где? Вот прям тут вот так пилили пачками их. А когда? Ну, конечно, когда вас нету. А-а-а. Что нам ждать, когда совсем сгниет, что ли? А теперь вы ими топитесь. Что вы ждали? Такие доски пилить, это много надо ума. Да я понял, что вы говорите. Все, хватит разговоров. Это косяки небольшие в домах, и на дрова пилили, у меня не было, как это? Вот жить в городских домах, это развращает человека. Об этом говорил Михаил Сергеевич Горбачев. У нас, говорит, воды используют в 70 раз больше нормы. Несметное сокровище развратили нас. Тогда было так необычно это. Сокровище развратили нас, еще себе. Это было в 86 году, я как раз сидел в 112 камере в тюрьме, я просчитал и подумал, ну что-то будет, открыто так сказать. Это не просто так. Ну тут куда ее, на тот край? Ну конечно, сейчас ты в центр клен потом приставишь, да и все. Это, Володя, только не так, это, так за ребром ставь, не надо вот это вот, смотрите, вот так за ребром делай, да? И ребро прям упри так хорошенько, прям продолби туда в лед. Вот. Вот это другой коленкор. А теперь... Как хорошо, что я промолчал, ничего нет. Зубов-то и так нет, а то по зубам получил как раз. Туда сразу два гвоздя, Володь, прибей. Ага. Потом тут второй еще. Меня жизнь научила. После окончания строительного техникума мне пришлось работать, послали работать в органы МВД, строгорежимный лагерь Плишкино под Иркутском, за Иркутском. Ой-ой-ой. Месяцев 7 работал, и вот деревья какие, куржак, как серебром покрытые. Без выходных две смены. Так меня в армию взяли, я рад был военкому обнять. Заключенные, строгорежимный лагерь, там что они... Дай ему процент. А какой процент, если выработки нету? А я-то что, со школьной скамьи? Совсем даже худо. И там меня это научили не отвечать, думать, уходить от конфликтной ситуации. Я считаю, когда люди с пустяков идут на это, значит, не битые, не давленные. Вот на этом все, однако.